Рэп-репортаж. Это рэп-репортаж. Новости недели о том, что важно знать. Расскажем, как умеем, а ведь мы это умеем. Новости наши стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Это рэп-репортаж. Новости недели о том, что важно знать. Расскажем, как умеем, а ведь мы это умеем. Новости наши стезя. Рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Сколько событий сразу случилось на неделе. На юге было тепло, на севере метели. Трассы перекрывались, осадков выше крыши. Но наши люди к такому уже давно привыкшие. Но говорили в стране не только о погоде. Еще один Аким больше не на свободе. Там мутная история, павлодарцы в шоке. Давно такого не было на северо-востоке. Но это ладно, Акимов у нас сажают часто. Все к этому привыкли в этом государстве. Есть кое-что другое, но вы все в курсе сами. В стране грядет война с чужими номерами. Что-то подобное прежде уже происходило. Никто не удивлен, все это уже было. Как будет в этот раз, пока еще не ясно. Владельцы иностранцев напуганы ужасно. Согласно закону о дорожном движении, казахстанцы должны поставить транспорт на учет, купленный за пределами страны, в течение 10 дней, оплатив при этом все соответствующие сборы и пошлины. Тут, как обычно, есть две стороны медали. Крутить баранку проще, чем крутить педали. Машина из Армении дешевле казахстанской. Свое авто — это еще не признак богатства. И все бы ничего, но у нас так сложно. Бэушную машину прогнать через таможню. Там пошлины такие, что и смысла нету. Тащиться за машиной к ближайшему соседу. Вот и гоняют по стране автоиностранцы. Экономить на всем привыкли казахстанцы. Но у нас только для своих строятся дороги. А если номер чужой, кому тогда налоги? Вот и решили принять решительные меры. У нас это умеют, были уже примеры. А люди недовольны, всюду бушуют страсти. Общество снова у нас расколото на части. По словам представителей ведомства, цель регистрации кыргызских и армян... Репортаж. И на этом все, что мы сказать хотели. Это был репортаж, новости недели. Ждите обновлений на канале нашем. До новых встреч, народ. С вами был Ермашев.